Всем привет! Мы идем покупать камеру на дом. Ой, так темно! Блин, что, даже не срабатывает, что ли? А, обалдеть, во! Думаю, что не так, наклонность. Непривычно ты это разговариваешь. Да, такое движение новогоднее. Вон там Витька где-то должен быть. Да, вон он стоит. Идем за камерой в ДНС. Самые оптимальные цены. Вот мы купили камеру. Wi-Fi камера с обратной связью. Будем подключать к дому. Ладно. Ой, что же будет завтра на улице твориться? Да не в плане погоды, а то, что народа еще больше будет. Еду в тренажерочку. Хочу поделиться с вами такой штукой. У нас чуть было не пропали праздничные каникулы новогодние. У нас... Ну не надо, блядь. У нас блокировался замок зажигания, не проворачивался ключ. Сегодня муж с другом там химичили, смотрите, что они сделали. Нахимичили. Короче, машина у нас теперь только так заводится. Сняли блокировку, лежит отдельно дома. Закажем ключ с Японии, замок. Пока придет, пока поездим так. Главное, чтобы не пропали праздничные каникулы. И вот я приехала свою на последнюю тренировочку в этом году. Свой любимый фитнес-клуб Максимус. Ой, я что-то там стащила. Что я делала? Все, я позвоню. Хорошо. Не раньше 8. Хорошо. Пойду гулять потом по детскому миру. Где? Вот она моя табличечка. Любименькая. Кто мне сумка? А. Ладно, любимый фитнес. Сегодня позанимаюсь, а завтра интересно взвеситься и зафиксировать свой вес, сколько я наем за новогодние праздники. Конечно, не хотелось бы, почти добилась, чего хотела, и спинку подлечила. Надеюсь, ничего болеть не будет, и сильно не поправлюсь. Ну вот и закончилась моя тренировочка, пока мой любимый за мной не приехал еще. Я пойду в вершину, в детский мир, что-нибудь там посмотрю детям. Не очень холодно, но это, наверное, пока только вышло. Ну вот, поход в детский мир отменяется. Сейчас меня муж заберет домой. Смотрите, как красиво у нас огоньков сколько. Даже нет ощущения, что завтра будем встречать Новый год. Читаем ответ.
вон она, наша красивая вершина. Детский мир, игровые комнаты. Видео. Короче, классный магазин у нас открыли, точнее центр. Ладно, буду звонить любимому мужу. Где он тут меня ждать будет? Всем доброе утро. Ну вот, как и говорила, решила заснять свой вес. Ой, перед новогодними праздниками. Посмотрим, сколько наем после. Ждем его как важный жизненный рубеж. Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены. Но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года. Мы столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи и смогли это сделать благодаря нашей солидарности. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слова искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей. Вот кому-то хорошо, не дорогие друзья, самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации. В первую очередь поддержали людей старше поколений и семьи, где растут дети. Будущее. Да ладно, может, уже не закрываем. Саша. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан. Хвостом играет. Короткие сроки восстановили экономику. И по многим позициям мы выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, не решен. Он перебом. Кто занимается еще таким? Новый вид какой-то игрушки, пуш-плюш. Это но бери белую еще. Сейчас я рог прицеплю. О, дай. А это что такое? А, так это их все-таки еще и ручка. Подожди. С ноготком берешь? Да. Смотри на картинку, чтобы не промахнулась. Возле носика. Вот сюда примерно. На циферку, да?
А это ее крылышки. Маленькие крылышки. Прилепила? Да, только трубочка-то не снимает. Блин, глаза у нее такие. Вот это чудо вообще скоро получить такую милашку. Вообще-то. Ну вот она, чудо, вот такое получилось. Пуш-плюш. Вот теперь не монстр, а вполне мягкая, хорошая, милая игрушка, единорожка. А у нас у племяшечки сегодня день рождения, 2 января. Ей исполняется 9 лет. А, походу, шарик плохо видно. 9, не 6, сейчас переверну. 9, да, на улице она немножечко сжимается. Ну, не немножечко. Ну вот и начинаются наши новогодние покатушки. 1 числа мы были на дне рождения. 2 числа были на дне рождения. 3 числа, это сегодня, мы отправляемся в Зеленокумск к родителям. Дальше в планах деревня. Нет никакого снега. Ну вот мы приехали к родителям. Тут уже ждет нас новогодний стол. Нам не дают поголодать. Сейчас пойду вам покажу огород. Тапочки. Вот там домик. Этот домик хотим продать, чтобы родители перебрались поближе к нам в Георгиевск. Такой огород. Посмотрите, какой ухоженный. А там, в конце огорода, красотень. Года 2, по-моему, пытались тут ремонтировать. Русло что-то. Чистить мост. Ну, делали мост, чтобы не топило. Вот она, речка в огороде. Ну, мусора уже сколько. Лавочка. Там пес уже скопчит, зовет. Вон там когда-то был спуск в конце огорода. Вот прям выемка осталась. Сюда спускались. Мангал стоял, лавочка. Деревце вот тут было. Там мостик был. Можно было рыбку половить. О, собаки ждет. Кому надо, кому нужен дом в Зеленокумске, обращайтесь. Очень много здесь черешин, яблоки, груши. Там трешинка есть. Вот он, пес, привет. Привет, черныш. Морда, морда. Да. Этот пес любит еще в футбол играть. Да, да, подожди, дети потом выйдут с тобой поиграют. Все, пошли мы садиться за праздничный стол. Ждем все-таки снег. Надеемся, что еще увидим в этом году. И мы едем в деревню. Дети довольны? Да. Видишь, как он хэштег? Да. За окном, конечно, не зима, снега нет, есть дождь и зеленая трава. Был сегодня ночью в Сотниковке снег, но мы его уже не увидим, если только сегодня ночью опять не пойдет.
Мандарин ты будешь? Нет. А я буду. Вот я тебе горку запачкал. Тряпочка. Вылизывать будешь? Не буду. Твоя мандаринка, твоя горка, вылизывай сам. Я надеюсь, тут камер не понаставили. Ну, кроме нашей. Дай Бог. Аж ногами топочет. В деревню едем.
Самый крутой колхоз в России. Пока это заправка? Да? Это колхозная заправка. Да. Вот, я даже медленнее поеду. Зачем же Фаина, ты мне утерла нос? Фаина! Если даже я тебе не гожусь, я свою забуду, на печаль и груз. А наша песня останется только в нашей пусть. Фаина, 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 Фаина. Стоило выключить камеру, как дети закричали. Дети, что вы кричали? Ура, Саднитоха! Моя любовь к деревне передалась и нашим детям. Привет. Да мы уже одного роста с тобой. Привет. Привет, привет, родной. Привет, тихо, тихо. Что ты рогами своими лезешь? Привет, привет, привет. Привет. Ой, ты какой. Ты, Павлушка. Помнишь, как маленький с нами катался? Помнишь? М? Ты, козел нубийский. Какой. Такой красавец прям слюнявый. Ну чё там делки? Все живы-здоровы после вакцинации-то? Иди. Ну иди. Ну иди. Чего ты? Че, обиделись за вчерашнее? Да то ж мы вас от глистов. Да от хвори всякой, ну. Да не обижайтесь, че. Вот она. Где там? Иди сюда. Вот она. Коза ручная. Павлуша. Ты чего безобразничаешь? Иди сюда. Иди ко мне. Иди. О, ничего. О. Бля, прям бодается он, бодается. Что ты там бодаешься, бля? Бодается он. Тебе так полурога осталось одного уже. Кто ты? Бля, толкается еще, бля. Не толкайся, все. Все хорошо. Все хорошо, дай я тебя почухаю. Все, да, да. Дай почухай, тебя почухай, дай. Дай, дай, почухай. О, такой. Такой Павлуша, да? Микики. А, да она красотка, да? Ты красотка такая. Ай. Ну, здравствуй, 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 здравствуй. Как у тебя дела? Скучала? Давно не виделись, да? Давно. Да это моя девочка, да. Ты хорошая такая, умничка. Ну так. Вот. Привет, привет, родная, привет. Привет, моя хорошая, привет. Ну такая хорошая. Микики. Микики. Здоров. Здоров, Микики. Чего тебя почухать вот тут? Вот тут почухать? Вот тут, вот тут, вот тут, где? Где почухать-то? Где? Вот он, вот он, вот он. Вот, вот, вот. Зубы покажи. Зубы покажи. Завгар. Привет, 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 привет. Приятного аппетита.
Здравствуй. А, так. Завгар, где? Завгар, привет, Завгар. Привет, ты главный, я знаю. Ты главный тут, да? Такой. Вот тут ты любишь, да? Вот здесь ты любишь, когда эти вот так делают, ты вот так любишь. Вот тут, я знаю, ты любишь вот так. Вот так вот. О. Да, Завгар? Все хорошо у тебя? Вот так. Ну, ты крутой вообще. Чё там? Водяновский пластмассовый завод. Решила поснимать красивые огоньки. Едем в Зеленокумск. Уже темно. С родственниками со всеми пообщались. Сейчас. Я вам это... Смотрите. Смотрите. Вы такой тоже есть. Как, кстати, Шабакин. Да. В Зеленокумске. Шабака такая. Волчонок маленький. Классный, трехклёшный. Ему бы побегать надо с детками. Ой. Ой. Все, Собакин, пока. До следующего раза. Мордочка. Он футболист. Футбол любит пес этот играть. Ехали, ехали мы домой и увидели такую красотень. И вот мы приехали в гости. Габ-габыч. Ты хочешь, чтоб я упала? Держи лестницу. Фазенда. Новая. Фазенда, фазенда. Держи. Давай, давай. И вперед. Нет, ты камеру включи и пошла. Так я-то включу. Че, а давай лезь. Потом? Одной рукой держишься и лезешь. На, потом ты меня подашь. Я хоть чуть-чуть подниму. А я не упаду? Да а что ты упадешь? Ну, Костян, лази. Откуда я знаю, упадешь ты или нет? Давай лезь. Вот сейчас проверь ее, попрыгай на ней. Вот сейчас выше залезешь. Конечно. Вот теперь давай, прыгай. Давай. А что, ты туда не пойдешь? Куда? Ну, вовнутрь. Нет. Не хочет вовнутрь идти. Не хочет? На серую гель. А они не срут. Да я как зайду, они выгонят меня туда, я и упаду. Как ты интересно. Дело. Начало подпорки. Бля, они распушились аж. На, держи. Да вот это третий. Да не третий. Да третий. Шабакин, бабакин. Да не третий. Так нет, она сейчас 2 метра насыпется. Что за камера такая прикольная? Такая моя любимая. Какая у меня любимая камера. Да, будешь туда засыпать. Да, туда засыпай. Да. Видишь, она. Ты что, на ютубе не смотрел?
ты покажи, тут я смотрю. На. А там что ты мне хочешь показать? А там пожалуй его посмотрим. А, ты задумал себе? А что, не, не, жалко стало стрелять, ты их так стреляешь? Теперь я так ловлю. Ну только тут этот. Да ничего. То здесь все как должно быть, мы... на огороде. Только только из сотниковки, братан. Ты хорошо закрыл? Вот единственный минус вот этих вот гадов, это вот это вот. О, глянь, какие красивые. Ты чего? А, система. Ну, а что, работает? О, зайчики. То, что не нужно в работе, нужно в хозяйстве. Когда, чтоб, если не сезон, пришел в сарае, бах, душу отбрал, да? Ой, да один красивый, почему отделяется от них? Потому что он петух. А то, типа, курочки? Убил ты уже, да, судя по ножу? Одного ебаного. Не дождался ты меня? Нет. Без меня лишил его жизни. Какой ножки? Ну вот, видишь, нога висит. Вай. Вай. А что у вас куры делают на крыше? О, а что это? Это не настоящие свиньи, которые, да? Да. Это настоящие, это не карлики. А где он репихи набрал? Вот тех черных папа называет недосвинья. Недосвинья, да. Да. Глянь, как он посмотрел. Он говорит, мясо даже отличается. Я понимаю, что вы обо мне говорит. Да мне не нравится, если честно. Как бы, не, ну. А ну знаешь же. Специально не куплю, то есть, понимаешь? А когда так, то а куда они выходят, на огород гулять там? Ну, есть, я потюхал, иди сюда. Да ты, падла, сейчас брызгаться будешь. Ты что, это же кости, на это же ножи не можно кататься. Это завгар точнее, у тебя, точнее, да? Точнее, уже не. Кто, блин? Ну, главный хряк. Да, типа, да. Эх ты, завгар, ну. Завгар. Иди сюда, завгар. Иди, смотри. Ну, какие важные. Ну, иди, ну. Я к тебе не пойду, там махнет грязно. У тебя целое зверение, слышишь? Какая красота. Карликовый, что ли, домашний? Ты кусаешься? Я тоже тебя боюсь. Не бойся. Тихо. Ну иди сюда. Какой маленький. Кроличек. Такой красотулечек. Все, пошли мы в дом.